Всем привет! Давайте сегодня с вами посмотрим содержимое второй посылки по журнальной коллекции «Железный человек». Здесь основные журналы, всякие допы, которые будут когда-нибудь приходить. Они приходят, скажем так. Всякая другая макулатура, мы как-нибудь посмотрим как-нибудь отдельно. Сейчас мне это не интересно, честно сказать. Просто некогда. Так, у нас во второй посылке целых три журнала. Это четвертый с реактором и пятый, шестой с началом сборки самой руки. Сборка будет разбита на несколько выпусков. Просто смысл в том, что не из-за того, что я хочу прям растянуть это, чтобы больше видео снять, а именно с той точки зрения, что я хочу как-то секторально делать, именно секциями железного человека. То есть реактор, рука — это, как вы понимаете, разные вещи. И сегодня мы в видео с вами соберем реактор, а в следующем видео мы начнем с вами собирать руку. В третьей посылке у нас придут все журналы по руке, и мы будем сразу собирать их все, скорее всего, вместе. Посмотрим, какое там количество, но, скорее всего, все вместе в одном видео. А когда будут уже переходить там с руки на какую-нибудь там ногу, допустим, то также будем разбивать. Но сейчас мы с вами собираем реактор. Там у меня тут такая импровизированная подложка из листочков, так что я уж извиняюсь. Просто неохота на ковре это делать, и ковер убирать тоже. Он большой, здесь подсветка. Это не очень. Батарейка, да. Я-то, кстати, не купил эти батарейки не из-за того, что я не забыл. То есть не такие, как я хотел. Просто я подумал, что нафиг. Ладно, пускай эти литионы стоят. Они все равно выключены по большей части. Я их не включаю, я думаю, ничего с ними не будет. А простые, кто знает, вдруг еще потекут. Потом уже, когда соберу, возможно, там, если он будет у меня постоянно светиться, то, конечно, там мы уж что-то будем думать. Так, у нас, давайте сначала журнальчик посмотрим. Наш арк-реактор. Какие-то картонки, хотя это не картонки. Прикольно, интересно, на них можно печатать? Попробуем. На принтер пустить. Что-то напечатать на такой бумаге. Ну, опять комиксы. Комиксы по Железному Человеку вообще не мое. С точки зрения того, что я уже говорил, что все комиксы и тому подобное, даже многие мультики, они были сняты очень давно и очень печальненько выглядят. Ну, не мой стиль такой. Хотя вот один из мультсериалов, наверное, один из самых последних, он тоже там 90-х годов, что ли, я смотрел. Он довольно был прикольный в свое время. Прикольно, как будто, знаете, не металл так. Ну, то есть загнутый именно металл, но сделан как будто эта ткань. То есть никаких механизмов, ничего. Это интересно, кто у нас? Похож слегка на Электро по своей морде, но при этом имеет какие-то кольца. И шикарные ногти, а? Любая девушка обзавидуется, наверное, таким ногтем. Так, у нас тут сборка реактора. Тут уже вот более современные комиксы. По-моему, такие комиксы выходили. Ну, среди этих комиксов Marvel, которые были в свое время, эти книжки. Не знаю, сейчас выходят они или нет, по-моему, нет. Это, по-моему, из Гражданской войны, если не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться, я говорю, я не специалист по комиксам. Хотя вот с такой рисовкой можно было бы уже посмотреть, почитать. Ну, не с такой, конечно. Это прям ахтунг еще тот. Но следующий выпуск у нас через неделю. Но они у нас уже есть. Это. Да. Подарки всякие. Ну, ждем вот эту штуку, бесполезный повербанк.
Ладно, давайте собирать реактор. Жалко, не настоящий, конечно. Но все же. А так было прикольно бы. Когда-нибудь человечество дойдет до того, что будут у нас какие-нибудь батарейки, их уже разрабатывают, которые будут по факту тупо какими-нибудь мини-ядерными реакторами, даже возможно какими-нибудь сборными, тоже с заменой каких-нибудь основных топливных элементов. Ну, будут при этом безопасные, и вы так пойдете в магазин, купите себе такой реактор, куда-нибудь впихнете какую-нибудь технику. Ну, а потом со временем просто менять в активной зоне там элементы питания будет. Ну, это скорее не столько мы, сколько наши потомки. Ну, то есть сами ядерные какие-нибудь элементы питания изобретут, скорее всего, в ближайшем будущем, лет 20, наверное, где-нибудь 15-20, возможно, какие-нибудь батарейки появятся. А вот именно чтобы вот что-то подобное повсеместно, где будет уже не какие-нибудь электростанции, а в доме, в каждом там квартире, или где там жить люди будут, в космосе будет стоять свой собственный ядерный батарейк. До этого, конечно, еще в районе лет 100, наверное. Ну, 70-ка, может больше. Хотя ладно. Посмотрим. Так. Вот такая у нас начинка. Все, выкидываем. Так, это у нас пластмасса. Это пластмасса. Вот это металл. Это пластмасса. Это пластмасса, это пластмасса. Так, только что сказать, а куда винтики делись? Они никуда не просто не выскочили. Прикольно. Так, винтики, шпунтики. Так, ну давай. Ну и батарейка. У нас опять есть контроллер питания тут. Светочки. Система включения-выключения. Резистор для светодиода, летополя. Так, ладно. Начнем собирать. Мы прям вот с этим выпуском прям а-ля Тони Старк. Хотя с любым выпуском получается. Хотя, если так посмотреть, если брать фильмы, то по большей части именно внешние накладки, из чего мы собираем по большей части руки, это многие уже собирали, это все собиралось автоматически, только он внутреннее устройство собирал, там в первой части паял. А мы это не собираем. А вот реактор, считайте, он собирал сам. Даже если быть самый первый, который был собранный в этой, в пещере. Так, ладно. Берется у нас вот эта железяка. Давайте посмотрим. Ну, на ней не все ок. Есть дефект. Ладно. Потом можно еще подкрасить. Возможно. Как я не люблю, когда приходят всякие сообщения. Так. Дальше вот это вставляем эту штуку по направляющим. Тут какая-то направляющая, как будто кривая. Что-то мне это не очень нравится. Так. Нет, неправильно. Они разные. Тоже неправильно. А, как тормашками надо, а я ее вставляю так, ну тогда понятно. Тогда другое дело. Тогда теперь все правильно. Так. Надо когда-нибудь напечатать этот реактор, смоздачить его там. Намотать эти катушки, так для красоты себе сделать. Вот это, куда вот... Эта шняга еще не нужна, она сюда ставится, понятно. Вставляется и ничего пока что не прикручивается, да? Да. Дальше у нас вставляется вот эта шняга. Как она правильно, без разницы. Хотя, а, ну да, здесь же эти вот штуки. И плюс под винтик. Так, винтики у нас. АМТ две штуки. Давайте их все вынем. Потому что, скорее всего, практически все.
Если нам одна или две останется. Так, где наша чудо-отвертка? Я нахожусь в не очень удобной позе, потому что мне так и не пришла. Ну, точнее, не пришел штатив, который я заказывал, чтобы он смотрел не как вот этот под углом, а сверху вниз. И из-за этого приходится снимать не очень фонтанно. Я, конечно, диспут поднял, мне деньги вернули, и я их уже пропил на кое-что другое. Надо все-таки заказать повторно штатив этот. Потому что тогда было бы удобнее. Из-за этого, получается, я сейчас снимаю под таким углом и сам сижу не очень удобно, чтобы вам хотя бы более-менее по центру это было видно. Иногда, конечно, я отвлекаюсь и смещаю в сторону. Так что извиняюсь. Так, это мы прикрутили. Дальше у нас сборка. Сборка ничего. Плюс еще я под таким углом могут руки трястись, поскольку я в очень неудобной позе я нахожусь. Так что извиняйте. Так, дальше у нас вот такая вот шняга. Как видите, у нас тут такая вот начинка. Но надо все-таки, знаете, не знаю, потом, может быть, купить какой-нибудь отдельный журнал, когда соберу коллекцию. Они, я думаю, со временем появятся уже отдельно в продаже. Ну, или что-нибудь самому спаять. И тогда это заменить в голове ту схему. Скорее всего, надо что-нибудь самого такого мелкое сделать, не факт, что оно подойдет. Стоит дурацкого механизма на более-менее нормальный какой-нибудь. Так, и... Ну, как-то тут не очень-то встает. Тут есть какой-нибудь ограничитель? Ограничитель есть. Нам нужно... Так. Во-первых, тут кнопочка, да? Ну, во-вторых, у нас тут основная электроначинка, которую нам надо как-то утрамбовать. Так, развернем, провода запихнем сюда, саму электроначинку сюда. Так, это тоже все сюда. И теперь все пучково, отлично. Дальше вставляем типа рассеиватель, хотя это не рассеиватель. И после всего этого мы это впендюриваем в наш реактор, точнее внешнюю часть. Так, а какой тут кнопочки, блин, винтики, АМ-ки тоже, да? Ай. Я тут посмотрел, тут, блин, потом они вообще охренели, насколько это будет все растягиваться. Та же кисть, которую мы собрали вторым номером целиком, она будет на три номера разбита. Вообще верхняя часть кисти, нижняя часть ладони у нас и еще пальцы. Красота, вот умеет растягивать. Я думаю, если бы мы собирали, знаете, я помню, это уже говорил, если мы бы собирали бы какой-нибудь, знаете, ну, костюм там с четырьмя, допустим, руками, наверное, то к четвертой руке бы дошли бы до того, что в каждом выпуске отдельная фаланга была, пальцы бы. Ну, или часть фаланги. Так, опа. Отлично. Ну, это, считайте, последний полноценный большой у нас выпуск. Все, кстати, о. Точно, мы же все собрали. Блин, я еще думаю, что еще тут собирать. Охренеть, самая быстрая сборка. Это прям по красоте. Так, плюс у нас, как всегда, не там, где нужно. Почему-то плюс у нас на пружине находится. Ладно. Я запустил реактор холодного синтеза, класс. Отключись, я тебя не включал. Так, и здесь у нас АМ-ка, да? АМ-ка. Вот тут какая АМ-ка, БПшку, у нас же есть, две штуки осталось же. Точно, сейчас одну достанем.
Есть. С этим журналом столько вот мелких винтиков остается. Я тут нашел то, что у меня. Так, а тут что, тут вообще ни к чему на них. Блин, они даже никаких тут зацепов не сделали. Пипец. Нашел это от всяких таких, от старых там, от танков, от машины. Вот это, конечно, дебилизм. Ну ладно, у нас есть реактор. Ну, кстати, ярко светится прям по центру. Здесь хотя бы четенько по центру, не знаю, на камеру видно это или нет. В реальности прям виден светодиод. Хотя, если не видно, то на камеру даже лучше, поскольку светодиода не видно. По крайней мере, через дисплей я не вижу. Может быть, вы это и увидите. Ну, такой вот арк-реактор. На этом с этим видео все. В следующем видео мы начнем собирать руку. Я хочу просто разбить на разные составляющие, тупо собирать реактор и руку одновременно. А потом все журналы с рукой будем сразу собирать, скорее всего, посмотрим. Там, как я смотрел, некоторые надо какие-то дорабатывать, возможно, будем какие-нибудь промежутки делать, ну посмотрим. Вот такой вот у нас реактор, последний из больших журнальных комплектов, таких, скажем так. Потому что если нам реактор дали бы этот где-нибудь на поздних стадиях, то стопудово где-нибудь вот эта часть была бы отдельно от журнала, это отдельно, наверное. Ну ладно. На этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока и до встречи.